Привет, друзья, с вами Варчик. И, казалось бы, говорить здесь ничего не нужно. Это Объект 907, и он снова, хотя бы немножко, мне подарил тех самых ощущений, которые меня и влюбили в эту игру World of Tanks. А именно, активная игра, впереди всех, тупо жесткая рубилова, раз на раз. Даже можно не раз на раз, а и одному против нескольких соперников. Это танк, который вывозит любого врага один на один. Какая у него жесткая скорострельность. Невероятная какая-то броня, которая иногда, конечно, может и подвести, заманить вас своей безнаказанностью в такое, что вы просто сольетесь. Поскольку броня, которая все отбивает, она пьянит, и иногда, если она не отбивает, то вы уже это не ожидаете, и это может закончиться очень плохо. Но активность игры на этом танке у меня в миллион раз выше, чем на других. Я вообще не вижу, где там находятся кусты, какие позиции занимать. Я вижу только врага и сколько урона в нем есть. Ни хп, никакого соперничества я в нем не вижу. Я вижу только в нем урон, я на него бросаюсь и тупо ломаю ему лицо. Конечно, все так, но нужно все-таки немножко иметь голову на плечах. Бросаться тоже нужно с умом. Подворачивать бортик, ромбовать, как это ни странно, на СТшке с овальным ВЛД. Подставлять борт, внешнюю щеку. Двигаться, не давать так просто себя выцеливать. Но даже если по нам дали урон, мы в ответ дадим 2, а то и 3 тычки с альфой 320. Альфа, конечно, небольшая, но скорострельность просто жесть. Плюс еще кумульчики, которые делают дырки в любом, даже в самом толстокожем, особенно в самом толстокожем, немецком и японском картоностроении. Какой же небольшой размер у этого танка, и сколько всего полезного он из себя представляет. Какая у него офигенная броня, пушка, мобильность, маскировка, ДПМ. Офигеть просто. И все это в таком маленьком корпусике. Как оно туда все влезло? Че там за маленькие такие гномы-титаны сидят, которые просто делают такие жесткие вещи в этом танке? Я даже не знаю, какой еще танк в игре есть более офигенный для именно активной игры. Есть, конечно, удобные танки, которые мне там нравятся для такой размеренной тактической игры. Там Е50 всякие, леопардики. Я обожаю СТшки. Но на всех этих СТ я буду бояться врываться. Сломают мне каток, пока я там развернусь, повернусь, КД долгое. На этом же танке я боюсь остановиться, поскольку я не набью свои 9000 урона за бой. Но иногда, конечно же, я перебарщиваю и могу слиться в нулину на этом танке. Никто не отменял везение и невезение. Плюс еще все ситуации на 100% в голове не обдумаешь. Тем более, когда ты играешь так быстро и агрессивно. Поэтому все приходится делать прямо на ходу. Я бы этот танк назвал «Королевская битва». Поскольку, играя в режиме «Королевской битвы», я играл примерно так же. Я играл один за себя, и все остальные были враги. Я просто ехал их и ломал, и все. Вот такие у меня ощущения от этого танчика. Как жаль, что нельзя каждый бой так играть. И тут дело даже не в том, что типа 9300 урона за бой. Это, конечно, круто. Но более круто не результат и не циферки. Более крутое — это ощущение, пока ты на этом танке агрессивно и активно играешь. Вообще этот танк незаконный. Надо за ним с мигалками выезжать и арестовывать, потому что это просто жесть. Но не все так активно и агрессивно играют в World of Tanks. Или же все на этом танке так бешено играют. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.
Yeah.